скучают. Так эти здесь тоже скучают. А потом к ним пойдем. Все, бои начали. Бои, бои, бои. Давай, Яба, дай ей люлей. Игрульки. Это их игра? Да. 7 месяцев. Что, Яшма, гоняет он тебя, да? Дай ему, Яшма, дай ему. Яшма, что он на тебя там? Толстяк, раздавишь ее, толстяк. Сколько весит, интересно, не взвешивал. 7 месяцев, ну, 60 кг, наверное. Есть в нем. Дай ему. Молодец, Яшма, молодец. Дай ему. Молодец, девочка. Ой, ты моя девочка. Ой, ты моя красоточка. Ой, ты моя. Ревнует, не разрешает мне гладить никого, не разрешает. Смотри, что делает. Давай за яйца его схвати. Толстяк неуклюжий, неповоротливый. Пигалица, это как стрела, как пуля, как пружина вообще. Молодец, ай ты красотка. Ай, ты красотка такая, молодец. Я потерял вообще. Чего ты по кругу ходишь, потерял он нас. Мы здесь стоим на месте. Мы могли к тем собакам пойти. Сейчас пойдем, вот маркизу закрыли, она там свистит, она меня бесит. Я ее сейчас... Свалят, Матвей. Длинноногая такая, блин. Все, хватит драться. Они не дерутся, они играют. Ну, это я... Ну, драться с ямой, драться с ямой. И эта игра называется? Да, такая игра у них называется. А вот это моя игра уже называется. Вы вдвоем на Ябу, да? Вдвоем давайте. Давайте этого толстяка валите его. Я валю. Вон Яшма тебе помогает. Давай, Яшма, давай. Давай, молодец. Сейчас мы с ним деремся. Потеплело чуть, погодка хорошая, снежочек идет. Че вы вдвоем не можете его свалить? Вдвоем не можете. Мама, так он один тяжелее, чем вы вдвоем, да? Матвей 16 кг весит у нас. И Яшма сколько? 40 кг? 45, наверное, даже нет. А я бы 60 кг, наверное. Все, завалили кабана, да? Вы смотрите, сейчас он на спине долго не будет лежать. Сейчас он как вскочит. Он неуклюжий, но как наберет разгон, сейчас свалит вас всех. Все, он уже разозлился. Матвей, не подходи.
Я же вижу, сейчас он уже... Сейчас Яшме будет пизделей. Толстяк. 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 С зубами щелкает, да? Толстяк. Все, уже, Матвей, не суй руки в пасть ему. Уйди, ты видишь, они рычат уже. Или ты не соображаешь? Какая у него жопа. Жопа у него, да. Поэтому говорю, не подходи, свалит сейчас тебя.